В рабочей группе общественники, представители архитектуры, предпринимательства, торгового и транспортного отделов, перевозчики и коммунальщики. Как удалить остановку от торговых точек с наименьшими для города и предпринимателей затратами – вопрос нелегкий. Решать его взялись с индивидуальным подходом к каждой остановке, а их в городе 100 штук. В четверг изучили 6. На сегодняшний день вот этот карман заездной, да, то есть… Пункт ожидания, в нем находиться по лицензионному, ну, помимо, не точно не должен. Но мы как бы к этому и идем, что не менее 30 метров, потому что карман сам 50 метров. Мы предполагаем, что павильон стоит, допустим, посередине, да? Ну, то 25 метров это карман и 5 метров это на что-то. То есть не менее 30 метров надо рассматривать на сегодняшний день, чтобы что-то планировать здесь. По каждой остановке будет составлен отдельный план, и только потом разработана дислокация торговой точки, подъездного кармана и самой остановки. Татьяна Павлова, Виталий Немов, новости Димитровграда.